Да. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лудисад. Сегодня в моем саду важные гости. Прямо важные. Представители с администрации нашего района. И пришли они ко мне в сад, не знаю, не полюбоваться цветами. Ну, может и полюбоваться, но пришли по делу. Девочки, с каким вы делом? В этом году от Ладонопольского городского поселения у нас номинант на участие в конкурсе лучшее подворье, да. Городское, и, да, да, подворье? Городское именно, да, Светлана Ниюлова. Вот, приехали мы, да, вместе с Еленой Ивановной зафиксировать всю эту красоту. Елена фиксирует красоту. Да, я отмечаю баллы. Вот, потом комиссия будет все это рассматривать. И я думаю, конечно, здесь достойно номинации. Просмотрим какую, да. Потому что красота неописуемая. Можно я поделюсь своим впечатлением? Да. Я много слышала о том, что в нашем городе живет замечательная женщина. Это очень талантливый блогер и цветовод Светлана Ниюлова. Но не довелось мне побывать на ее территории. И сегодня, поскольку так повезло, сложилась работа и интерес, когда я зашла на территорию, я чуть не упала в обморок. Потому что столько красоты на одном небольшом участке я не видела никогда. Вот глаза разбегаются от того, что ты видишь в разноцвете, вот эту вот красоту. И запах. Запах очумительный. А приходите вечером. Вечером запах намного сильнее. Хочется сказать еще, что кроме вот всей этой цветочной красоты, вторая зона огородная, она не менее прекрасная, потому что там вот такие помидоры, масса клубники, ягод и других растет, вишня вот созрела. Поэтому я восторгаюсь такими людьми, и самой мне тогда такого никогда. Никогда не говори никогда. Ну, возможно, да, у каждого свои таланты, поэтому очень здорово, очень. Вот, а я можно... всегда приглашаю ладонопольцев, приходите, вот погуляйте. Просто берите вот с собой на 14 пирс, чтобы перебить вот это вот ощущение. Ну, сядьте на лавочку. Так что вот, дорогие мои подписчики, буду участвовать в какой-нибудь номинации. Я думаю, что победа будет обязательно в одной из номинаций. Каждый год у нас такой конкурс проходит. Я, кстати говоря, ровно 10 лет выиграла такую номинацию «Лучший садовый участок» и получила премию. В то время 6 тысяч рублей. Это 10 лет назад, даже очень прилично. Да, поэтому у меня есть диплом на стене. Такой от администрации. Поэтому мы Светлане желаем... Да, пожелайте. Успеха и победы, какой лет. Спасибо. Силы и энергии. А тут начинающий садовод. Сейчас что-нибудь глазами и ухватит какую-нибудь идею, да? Главная идея у меня... Ты просматриваю ваш блог постоянно. Вот видите, как хорошо. Я думала, меня в городе никто и не знает. А оказывается, знают. Мне посоветовали, и когда изначально я какие-то цветы себе выбирала, сказали, а посмотри-ка блог, такая у нас есть замечательная женщина, все рассказывает, показывает. Ну вот, все, опытом. Делится опытом, без секретов. Спасибо большое, девочки, спасибо. Будем ждать результата. Да? Вот, дорогие друзья, в 11-м, оказывается, году, 17 сентября, вот мне вручали грамоту, и я награждалась за первое место в номинации «Лучшая дворовая территория частного жилищного фонда». Проходил конкурс по благоустройству ведомственного частного жилищного фонда на территории нашего района. Вот. Ну, не то, что я хвастаюсь, просто самой интересно стало, когда же это было. Потому что, ну, так быстро летит время... 9 лет назад. Видите, и снова вернулась. 9 лет назад еще мой сад был чуток поменьше цветов, потому что я работала, и времени было меньше, но тоже было, значит, красиво, раз я выиграла этот конкурс. Я себя сама ни на какие конкурсы, конечно же, не выставляю, никуда не заявляюсь. Город маленький, что называется, люди по людям, и поэтому вот... Так молва идет, и администрация сама мне позвонила и сказала, не хотите ли вы поучаствовать? Ну, и я говорю, ну, приходите, пожалуйста, смотрите, почему бы и нет. Почему бы и нет, раз можно заявиться на конкурс с каким-то своим решением цветочным. Не знаю, какие там уж номинации и как эта комиссия будет выбирать, но, наверное, как-то будет.
Ну вот такое сегодня, друзья, у меня видео, совершенно необычное. И вам, всем моим подписчикам, ну и гостям канала, кто не подписан, а просто смотрит мой канал, пишет мне хорошие комментарии, говорю вам огромное спасибо. Потому что это стимул, это движение дальше, движение к яркости, к совершенству, к радости, ну и так далее. То есть огромное спасибо за ваши советы, пожелания, я всегда об этом говорю. И говорю всегда, что обязательно прислушиваюсь, даже если вы меня критикуете, даже если вы меня ругаете. Ругаете, конечно, мало. Вот. Обязательно прислушиваюсь, смотрю, изучаю, читаю и, конечно же, что-то меняю и в своих решениях, в своих клумбах. То есть сад – это такой, как я всегда говорю, процесс движения. Это все время жизнь и движение только вперед. Поэтому, дорогие мои подписчики, надеюсь, вы хотите, чтобы я победила ваш блогер, как вы мне пишете, любимый кому-то блогер, чтобы любимый блогер ваш победил. Я думаю, все вы будете держать за меня кулачки. Моя команда поможет мне выиграть этот конкурс, потому что вся ваша энергетика будет направлена в одно место. И ведь моя победа, а это значит и ваша победа тоже, однозначно. Напоминаю вам, дорогие мои друзья, что сейчас вопросы я собираю ваши, чтобы опять с вами поболтать и ответить на все, что вас интересует. Вопросы жду до начала следующей недели, а потом как раз и будем разбирать какие-то ситуации с растениями, не обязательно с цветами, с садом, огородом. Так что пишите, буду собирать все, анализировать и отвечать вам. Вот. А гостей я своих проводила. Ну и теперь номинации будут выставлены только в сентябре. На День города, на сельскохозяйственную ярмарку. Надеемся, что она состоится, потому что весенней ярмарки не было из-за этой пандемии. Очень ждем осеннюю ярмарку. Это праздник большой в городе. Это фестиваль белого гриба. Так что наш уже тут, можно сказать, национальный. И вот тогда я уж вам точно расскажу, победил ваш блогер или нет. Ну, будем надеяться, что удача нам улыбнется. Так что давайте все вместе энергию направим на победу. В общем-то, виват! Спасибо еще раз всем большое. Так что всего всем доброго. Сегодня такое необычное зрелище. Я еще не могу отойти от этих эмоций, потому что здесь хвалили, потом подошли там еще люди. И все это объединилось. И я такая сегодня какая-то в эйфории. Даже если я не победю совсем, ну, то все равно это приятно, когда много-много за сегодняшний день я получила, ну, различных таких эмоций. Приятных, положительных. Потому что кто-то говорит, что вы любите, когда вас хвалят. Все любят, когда хвалят. Потому что это направлено потом на еще большие поступки. На... Вот, например, меня похвалят, а я еще стараюсь еще лучше что-то сделать. Но я так думаю, что все. Ну, еще раз всем всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, чтобы последить, как там сложится вся эта история. И ставьте пальчик вверх или вниз. В общем, какое-то отношение высказывайте. Это очень важно для каждого блогера. И самое главное, будьте здоровы, не болейте.